amazing is in this mixture. Пользоваться надо деревянной ложечкой. Сверху польем блюдо бренди. Главное не переборщить и подождем. Небольшие проблемы на кухне. Что-то с проводкой. Индейка готова. И кухня тоже. Немного подгорела, на мой вкус. Но лучше туда пока не ходить. Расскажи, что произошло. Лучше тебе этого не знать. Я хочу расслабиться и принять ванну. А с этим что делать? Она уже вполне мирная и безопасная.